Одну руку рулевать, вторую рукой снимать. Короче, знаешь, где я был? Где-то там я был. Это наши порожки. Во. Сейчас я двигаю обратно в город. Не знаю, как я, конечно, буду ехать. Сейчас такой жесткий спуск будет и скорость большая. Мы посмотрим. Хозяйство в основном у всех. Бараны держат. Коров иногда видел. Но как-то этот вот участок здесь в основном козы и бараны. Это такой типа мини-поселок, здесь их много. Это белые отметины на дороге. Я не знаю, что это такое. Ну, кажется, это будут чинить. Тут, в принципе, дорожка такая слегка разбитая, если ехать, смотреть. Костельчики маленькие такие часто. Остановки здесь прикольные. Не все, конечно, как у нас в Украине, но... Супер приключение скорости ногой. Давай. Вот сейчас заезжаем в такую, как местность. Не знаю, как объяснить, это типа между... Селье, проселочье. Тут, в общем, очень круто. Но особенность этой дороги в том, что сейчас вот мы выезжаем за это село, и у нас идет как споение двух, ну блин, двух дорог. И тут что-то типа вроде как однопроезжий. Стабилизации не хватает ему, но так, попытка номер два. Почти на последний идем. Внизу пороги, сверху скалы. У меня велик однозвездный, но спереди. Сзади там нормально, 9 скоростей. Такой длинный спуск достаточно к моему городу. Я даже не знаю, сколько по километрам его посчитать. Ну, больше двух точно. И фишка в том, довольно-таки крутой спуск этот. Он не сильно резкий, на него подниматься, в принципе, ну, беспроблемно. Доехать за минут каких-то там 30, если не спеша. Ревутская область, будем ее так называть, она сама по себе такая достаточно горнистая, она в принципе в горах расположена, в такой чаше, ну это конкретно город Ревутца, ну и как прилегающие селы тоже, ну, тоже расположены в таких вот междугорных проемках. Там, если будет видно, там и сверху есть какие-то такие проходные трассы на горе, ну я не знаю, туда еще конкретно в эту гору я не ходил, хотя может быть с другой стороны, да, наверное с другой стороны я был. Цивильненько. Суперсистема торможения и упережнения. Пим. Кстати, уже подъезд к моему городу. Тут буквально немного осталось. Тут вот эта лошадиная ферма. Но сейчас лошадей нету. Может, увидим. А вот, я сорян. Вот эта лошадиная ферма. Сейчас на лошадей посмотрим. Работы дохнут кони, но я бессмертный пони. Ну вот уже, собственно, заезд в город. С левой стороны зимние стадионы, вот так называют. Там в основном зимой каток открыт, хоккеисты играют.